И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Как и обещали, будем играть на карте FNAF 4, Димочек будет меня пугать. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Ну что, Димончик, будешь играть за аниматроника, а мы будем сейчас пытаться здесь выживать. Ну и как получится, будем импровизировать, как всегда, то, что вам нравится. Так, ну что, Димон, не знаю, бери там с какой части, а с какой ты части будешь брать? Это FNAF 4 карта. А с разных буду брать. Все, понял. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Вон аппетит. Все, можете заходить в домик, а я... А, мы идем в домик? Я думал, мы будем, типа, а, ну ладно, идем. А, ты будешь нападать? Так, Димончик. Да, нам еще чуть-чуть время, и мы сейчас тут обустроимся, хорошо? Да, так. Обустраивать. Блин, даже знаете, как-то прикольно, как будто это наша база. Так, выживаем в базе. Я взорву этот дом вместе с аниматрониками. Димас только сам на мины не поставил. Ой, блин, я не так поставил мину. Ой, поставилась. А ты где? А, ты внизу стоишь? Я ставлю внизу. Смотри, Серега, аккуратно. Ты смотри, аккуратно, ты чего? Димас, тут аккуратнее. Тут, смотри, перепрыгивать придется нам. Да ну зачем ты тут поставил? Ну, Серега, ты знаешь, я могу это не сделать. А, давай, прыжок контрол. Фу, ух, чуть не вспотел. Так, ну что, может же Димона будем звать? Или еще двое оружие в руки возьмем? Давай, еще. Два оружия еще возьмем. Так, Димончик, ну что, можешь через 20 секунд уже нападать на нас? Через 20? Да. Ребята, Димон Покемон тоже записывает, так что ссылочка на его канал в описании, заходите и смотрите. Но его ролик выйдет чуть попозже. Мой выйдет утром, а ему выйдет вечером или когда-то там. Ну, выйдет. Выйдет. Да. И, возможно, вечер. Я знаю, что Димон все классно запишет, лучше, чем некоторые. Вот. Серега, ты что сделал? Все, Димон, нападай. Нападать? Да. А я люблю вас пугать. Только давай сначала слабых, чтобы мы затащили хотя бы первый раз, хорошо? Во. Я люблю этот дробовик, он очень крутой. Давно его не юзал. Слушаем, Серега. Ой, как он сюда пришел? Димон, так ты же должен был как-то там идти в другом... Так нечестно! Весь дом за... Ого! И Серега умер? Ага. Димон, собственно... что такой мощный оказался? А, не знаю, не знаю. Все наши ловушки разминировали мы сами. А вы что думали, так будет просто от меня скрываться? Так, надо оружие взять. Все, Димон, я жду тебя. Где ты? А где я? Блин! Это ж моя и ловушка на ступеньках и была. Блин, прикольно. Так, ну чё, теперь буду внимательно. Во, Серега, ты умер? Димон, ну да. Первая волна! Димон читер. Так вы должны от меня прятаться. Так ничего себе прятаться, ты как хейтер какой-то. О, фонарик забыл включить, хожу без фонарика. Кто там? Дима, не убивай сразу, дай мы тебя побьем чуть-чуть. О, вот я его вижу. Дядь Серега, отойди. Я прыгаю, чтобы он меня не убил. А, он какой-то шустрый его... малый. А что ты такой крепкий, вонючий? Крепкий металлический аниматроник. А что такое? Ты бессмертный, что ли, Димон? Нет. А у тебя тратятся жизни? Ты вообще даже не попадаешь особо. Так может не тратятся жизни? А нет, ты ж нас убиваешь. Серега попадает. Вот когда кровь от меня отлетает, значит вы попадаете. Блин, я не туда стрелял, что ли? Надо было не туда стрелять. Че ты за пекаль вонючий взял? А! А! Отвали! Отвали от меня! Ты че? А, патроны! А где он? Не знаю. Он очень хитрый. Димас, прыгай, бани хоп. Это наш дом из FNAF 4. Мы будем его охранять. Блин, я как... Чи высоко, чи низко надо стрелять, так и не понял. Димон.
Вон, пошли играть. Ну давайте. Бенди окружает. А вон. А! Димон, ты что, дурачок? Блин, у меня же голова чуть не лопнула. Да это бессмертный, Димон, у него 50 тысяч жизней или 100. Давай слабее ее. А зачем ты так... Блин, у меня же голова чуть не лопнула. Ну ты мочишь. Подожди, да, оружие возьму. Оружие возьму. Ой. У меня есть очень хорошее оружие. Че невидимое оружие это? Невидимый дробовик, прикольно. Слышишь? Да. Серега, ты где? Я иду в дом. Пошли в дом. Сзади! Типа! Отвали! А, так это прикольный челик. Воу! Так я думал, он не убивает так, как, ну, быстро. Быстро. Какие-то, Димон, ты сильных берешь. Тогда я оружие возьму. Димон, Серега, какой у нас пытаешь. Есть мощный пак оружия? О, давай, знаешь, какое оружие возьмем? Админский пистолет. Ну, его и тоже давай возьмем. Не, подожди, я забыл, где оружие и лазерный меч? А, робот. Во, нашел. Ну чё, иди сюда. Он здесь, Димас. Давай его лупи. Ну что, война пошла. Блин, крутой графон в Гаррис моде. Вот так иногда и см... Ой. Спасибо, Серега. Иногда вот так проигрываешь от Сереги, думаешь, крутой графон. Почему я умираю, ё-моё? Димон нас убивает. Я вас не убивал. Это вы сейчас друг друга убивали мечами. А, это мечами. Дай я на улицу выйду хоть. Так, Димончик, ты где? Так, Димаса вижу, Димона нет. Вижу! Гори! Димас, гори! А! Лупи его, лупи мечом. Димон, бьет, больно бьет? Конечно. А, жопа горит у Бенди. Смотри, прячется за кустами. Ты что, ссышь там опять? Все кусты обоссал. Да ну, Димон. Я знаю, что ты не специально, но, блин, этот меч такой имбовый очень. Мы хоть убьем раз Серега его или нет? Убьем. Убьем? Все, я нападаю на него. Бей. Мечом. По мне не попади. А ты по мне не попади. На, он отлетел. Да, я его разок слабенький. Атакую. Он слабый у вас меч. А, горюлю. У вас очень слабый меч. А Димон много забирает жизни или нет? Очень мало. Блин, Серега, это... Давай тихо, Димон. Не убивай. Стой. Блин, беги. Ого. Нет, это читерский. Пистолет читерский, я понял. О, Димон, у меня есть для тебя подарок. Черное очко. Димон, где ты? Два черных очка. Блин, туман такой сильный. А, на тебе черное очко. Я его вижу, тень. На, попал. Есть пробитие. Давай, Серега, мочи черными очками. Я убил Серегу, Ася. Хвастаешься, блин. Блин, я не знаю, каким оружием его мочить. Он какой-то имбовый. А давай БМП возьмем из дома. О, ну вот это вот у меня есть оружие. Отнимается жизнь, Димон? Мало. А чё ты такой сильный берёшь? Тима, заходи. Как мы можем тебе... Ого, Серега, опасно сильно. О, давай, зелеными мотнями этими. Зелёным очком. Димас, отходи от этого, отходи.
Диман, мы хоть тебя у жизни убили чуть-чуть? 4000. Ого, твой пулемет сколько стоит. Ааа, притягивает. Мочи, мочи его, Серега. Ну вам хана. Не убил, не убил. Блин, это слабый! Марионетка сильная! Это уже слишком. Уже... Честно. Димон, замораживает! Нет. А ты в сосульках! У тебя ляжки в сосульках, а голова нет. А, я заморозил себя! А, Серега! Сейчас я такую штуку над вами буду делать. Вы что, вы офигеете? Ого, а что там творится? А то я буду сейчас тебя мочить. Ты электричество провел, что ли? Да, провели в хату. Я вижу. Ай, 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 ай. Да не, Дима, с таким только комаров. Тоже говно. Два хп сносишь своей куколкой. А, Серега, нет! Во, Димон! Серега, я нашел! О, огненное вот это говно. На, Серега, вот это оружие его мочит. Так, вы готовы умирать? Да, давай, Димон, иди сюда. Только вы сейчас будете просто от меня убегать. Короче, Димон, знаешь, что я понял? Против каждого аниматроника надо еще и оружие специфическое находить. Вот так вот. Вот так вот. Марионетка вообще какая-то обнаглевшая морда. Так, а где там? Не, надо в замкнутом пространстве стрелять. Димас! Димас, ты меня убил. Ай, 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 что за фейерверки? У нас же вот это мочилово! Димас, держись, я бегу. А я не вижу его, он засал. А он невидимый стал. А! Прикольное оружие, Сережка! Плотное очко. Воу. Сзади. Блин, Димон, вот это он страшный. А вы что думали, я вас пугать собрал? А морда, блин, Димон, это новый скример. Кстати, надо, Димон, снять это, новую серию по скримерам. Какой аниматроник самый страшный. Обновили скримеры на всех этих уже паках. Ой, ну нафиг это. Так что, ребята, если хотите серию «Какой аниматроник самый страшный», ставьте лайк. Много лайков, быстрее выйдет серия. Во, у меня есть электричество, он же металлический. Значит, его электричество будет сильно бить. А ну, Димончик, где ты? Я иду за тобою. Ты по звуку найди, вот услышь меня. А ты что, в туалете срёшь? Не-не-не, вот слышишь звук? А, так ты этот, Cry Baby, что ли, там стучишь опять? Я стою на одном месте, но если вы меня найдете, то вам повезло. Я тебя найду. По звуку ориентируйтесь, давайте. Найду, 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 Димон. Не было еще человека, которого не нашел по звуку. Вот ты здесь, на улице. А, нашли меня. Серега нашел. Воу. Ну ты агрессивный мужик. Все тут в кровище, в дерьмище. Берем оружие мощнецкое. А вот это оружие убьет его сразу или нет? Интересно. У меня есть, Димон, на меч. На на сабля. Серега застыл. Оружие выбирает мощное по любасу. Блин, аж пар идет с оружия. Димас, я вызываю поддержку с воздуха. Я понял. О, давай, давай, только скажи куда, чтобы я убежал. На дом прям, давай на крышу дома. Отходи. Давай. Если Димон в доме, его сейчас убьет. Это ваша фигня, никого не убьет. Воу, а что ж меня-то убило? Что-то мы не продумали до конца все.
Взрываем дом, смотри, что мы с ним делаем. Вообще мясо. Димас, я из ракетницы сейчас. Давай. Ву, классная ракетница, мне нравится. Все, там никто не должен выжить. Вообще, он выходит, Серега! Нафига чё? Не могу убить его! Блин, сильно много дыма. Убили! Убили! Нет, не убили. Не убили? Нет. Ну ты мощный. У меня половину хп сняли. Всего лишь навсего. Побегать, может, я где-то сзади дома. А может, спереди. А может, внутри. Так ты внутри или снаружи? А может, я пошел вас убивать. Да ё-моё. Убил, Димон! Да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!